Добрый день, уважаемые ребята, уважаемые взрослые. Мы представители нового движения, которое недавно, вот буквально в течение года, появилось в нашей с вами стране. Называется оно «Движение первых». С ребятами мы, с педагогами, познакомились в пятницу, когда приезжали вместе с ними и проводили регистрацию в ряды «Движения первых». И мы вам пообещали, что на ваше мероприятие в пятницу мы обязательно приедем, и вы получите свои, ну, скажем так, вступительные значки. Я хочу предоставить небольшое такое вот слово вступительное, чтобы наши ребята, представители «Движения первых» Глеб Коляков и Амина Буценко, напомнили именно о ценностях и направлениях, которые реализует «Движение первых», и с которым мы с вами будем теперь встречаться по этим направлениям и работать в течение всех последующих лет. Так, всем привет! Я расскажу о ценностях движения. Это в первую очередь взаимопомощь и взаимопонимание, патриотизм, дружба, крепость семьи, служение Отечеству, историческая память. Это единство народов России. Каждый участник движения, он действует по справедливости и распространяет доброту. Мы считаем, что доброта – это качество сильного человека. И внутри каждого из нас внутренний голос говорит, что добрые дела меняют жизнь к лучшему. Движение «Первых» включает различные направления движений. Умение дружить – это дипломатия и международные отношения. Береги планету, экология и охрана природы. Открывай страну, туризм и путешествия. Учись и познавай, образование и знания. Дерзай и открывай, наука и технологии. Найди призвание, труд, профессия и свое дело. Создавай и вдохновляй, культура и искусство. Благо твори, это волонтерство и добровольчество. Служи Отечеству, патриотизм и историческая память. Достигай и побеждай, спорт. Будь здоров, здоровый образ жизни. Расскажи о главном – медиа и коммуникации. Береги планету, экология и охрана природы. Вашим воспитателям ваши медали, которые вы сегодня получите на ваших соревнованиях. Хорошо?